Цель этой акции – вернуть детям Донбасса возможность учиться и развиваться. Сейчас любая поддержка эвакуированным важна, будь то гуманитарная помощь или литература. В общественную приемную неравнодушные жители региона 13 принесли много книг. Среди них и художественные печатные издания, и научные. Однако это не единственное, чем порадовали ребят. Для них устроили целую развлекательную программу. Подключились и общественные объединения, вот в том числе общественная организация «Мордовская «Много дети». Здесь аниматоры, здесь песочная терапия. И главное вот во всем мероприятии – это общение. Это общение, потому что детки радуются, мамы счастливы. А мы, соответственно, со своей стороны также заряжаемся энергией вот от пребывания друг с другом. Детям такие развлечения понравились. Кто-то активно взаимодействовал с аниматорами и играл с ними в игры. Других увлекла аппликация из цветного песка. Ну а третьих буквально заворожила песочная терапия. Если у вас тоже есть желание подарить книгу детям Донбасса, сделать это еще не поздно. Приносить в общественную приемную регионального отделения партии можно литературу любого жанра, новую или в хорошем состоянии, каждый решает сам. Однако в любом случае такие подарки придутся кстати и порадуют детей. Валерия Новикова, Станислав Семин, «Народные новости».